Друзья, привет! Я Даня, это мой канал Warlord, и сегодняшнее видео записывается как будто на мой второй канал Brickstar. Совет. Подпишитесь вы на канал Brickstar, друзья. Это мой второй канал, и там самый лучший набор Лего в мире. Вы много выпускаете, видео там выходят теперь довольно часто, и все наборы проходят, ну, тщательный мой анализ перед записью ролика. Да, и скоро там, естественно, сады Ниндзяго Сити и прочие долгожданные сеты. А начну я, друзья, с того, что сейчас собираю. Набор Лего Косой Переулок. Вы видите у меня в руке, на самом деле, половину этого комплекта. Да, оказывается, эти домики можно соединить, а я об этом как-то не думал. Вот сейчас я стою с этим комплектом, и давайте я вам скажу парочку таких эксклюзивных моментов по поводу сборки и так далее. Мне набор в целом нравится. Несмотря на большое количество деталей, собирать его довольно динамично, быстро, и мне нравится, честно. Конечно, в плане детализации с модульниками он не сравним, но в принципе, с точки зрения того, что уникальный герой там, вы собираете вроде как здание по Гарри Поттеру, вы видите там различного рода аксессуары. Вот я собирал магазин по продаже палочек, да, очень прикольные сами эти, ну, шкатулки для палочек. И все это вы увидите на канале Brickstar в обзоре Косого переулка. Друзья, очень быстро у меня в руке оказался набор «Полицейский участок». Буквально в этот же день, 30 минут назад, я записал обзор на канал Brickstar на этот комплект. Не знаю, какое видео выйдет раньше, но обязательно чекайте мой второй канал, потому что если обзор вышел, то вы сможете посмотреть его, узнать, что мне там не доложили детали, посмотреть принципиально, что это такое за комплект. Вы видите, довольно красивая штука. И да, друзья, здесь сразу три домика, здесь какая-то внутри есть история. Здесь мы к детективу заглянем, и на кабинет капитана полиции посмотрим, ну и на пончики тоже посмотрим, к сожалению, пластиковые, но как и все на этих каналах. Тема Мандалорца популярная сейчас. Грогу у меня в руке, моделька. Я не знаю, я не думаю, что в ближайшее время запишу на него обзор, но насколько я не прореагировал на его выход, никак, собрав, я понял. Это отличный сувенир по Мандалорцу. Даже лучший сувенир, чем это. Чем Razer Crest, который сейчас начали продавать. Да то его не было в Москве нигде. Все искали, гонялись. И вот не было его. Ну, бывает, да, что выходят наборы по хайповым темам, сразу их сгребают с полок магазина. Так вот, я отвлекся. Чем Грогу мне нравится больше? Он прям максимально компактный. Такой компактный, что вы вот взяли, поставили его на полку, если вы не фанат прям Лего, но вы посмотрели сериал, и вот вам хочется сувенир. Куда вам дорога? К каким-то японским, там, я не знаю, производителям этих дорогих фигурок, там, к какому-то сайт-шоу, что там, Hot Toys, вот эта вся история. Но вот это, этот Грогу маленький, он прикольный, он, ну, посмотрите, как он смотрится. Вот прям хорошо вроде и проработано достаточно. Короче, классный сувенир. Есть такие наборы, которые я отношу сразу в категорию сувениры. Он уже там. Кстати, можете посмотреть на Дарта Мола. Это работа моих подписчиков в Инстаграм, которые прислали мне детали, прислали инструкцию, чтобы я собрал, показал вам. Ну, посмотрите, какой он хорош. Конечно, с Грогу он уже не тягается. Грогу как бы пошел, потому что здесь у нас более 3000 деталей. Здесь эксклюзив. В Лего такого нет. Это сложная по сборке история. И видео про нее есть... Нет, не на канале Brickstar. На этом канале, на канале Warlord. И да, можете посмотреть, конечно. Ну и, друзья, я удивляюсь людям, которые переходят на канал Brickstar и думают, что это канал, на который они уже подписаны. Канал Warlord. Но это другой канал. Проверьте, пожалуйста, есть ли у вас на него подписка. Потому что, я думаю, многие, кто посмотрит этот ролик, они даже не догадываются, что у меня два канала. Посмотрите и будете в курсе таких наборов. Таких работ их будет много. Крутых наборов. Этого будет много, и вам нужно просто подписаться, чтобы получить такой, знаете, билет в самый лучший мир Лего на русском Ютубе. Почему так я сказал, чтобы меня сейчас не пошли критиковать и так далее? Нет в России другого канала по Лего, кроме Brickstar, где есть обзоры самых дорогих наборов. Это концепция. Концепция, где не проходит ни один набор из тех, которые мне не понравились. Ни один набор из эксклюзивов, который мне не понравился. Где еще есть такой канал? Его пока нет. Будьте теми, кто...
кто первыми узнает о существовании такого канала. Друзья, в руку ко мне попал набор «Станция Дисней», его часть, потому что есть еще и поезд. Два захода было на обзор набора, я его так и не записал, поскольку, ну, мне помешали Колизей в паре вместе с полицейским участком. Тем не менее, обзор на этот набор будет, он тоже хороший. И посмотрите на него у меня в руке. Я вам скажу здесь эксклюзивно, его минус, он маленький относительно модульников. Но стоит он, извините меня, как почти два модульника. Поэтому ждите, это набор второй после диснеевского замка из больших флагманов Диснея в Лего. А сейчас, друзья, те, кто не промотал, те, кто молодцы, те, кто досмотрели до этого момента, получают от меня в качестве бонуса, как для будущих подписчиков моего канала Brickstar, эксклюзив. Причем сразу два. Первый, я вам сообщаю, что сейчас в моих двух инстаграм-аккаунтах Brickstar Official, самый популярный фан-аккаунт по Лего в мире в инстаграме, и в моем небольшом русском аккаунте Dan Brickstar проходит розыгрыш. Призы. Полицейский участок, геликарьер по Марвел, набор с мандалорцем с Татуином. Короче, наборы есть дорогие, есть интересные, есть те, которые трудно купить, трудно достать. Все, что нужно, это подписки на инстаграм-аккаунты. Ссылка на пост в описании. Участвуйте и получайте шанс. Да если не получите, вы получите шанс смотреть на крутой контент по Лего. Уже все в плюсе. Ну и сейчас два обзора для вас. Набор «Имперский звездный разрушитель», самый большой серый набор Лего в мире, «Сокол» не в счет, там есть немножко другого цвета, прям по корпусу. Ну и второй набор — это «Колизей». Начнем с «Звездного разрушителя». Итак, сейчас вы видите кадры из этого видео, попутно я вам рассказываю, что и как здесь происходит. Я вам хочу сказать, друзья, что я поклонник этого корабля во вселенной «Звездных войн». Не такой, который пойдет на YouTube смотреть двухчасовой ролик про него, а тот, которому принципиально нравятся его внешние данные. Вот как он смотрится. Это такой большой, страшный, летающий серый треугольник, который вроде мощный, которых, правда, там разрушали бесконечное число раз, в особенно девятом эпизоде, разрушали вместе со сценарием и сюжетом. Но так, друзья, я вам скажу, что он классный. Корпус у него передан супер, если вы сейчас видите, и его вот эти все двигатели сзади, вот эти турбины и так далее, его огромные. Если вы посмотрите на мостик, вы увидите, что большое количество времени, видимо, дизайнеры Лего отдали на то, чтобы его детализировать. Я вам скажу, предыдущая версия этого набора была в далеком 2002 году, и как человек, который видел неоднократно ту версию 2002 года, как человек, который, я надеюсь, предоставит вам возможность вживую насладиться сравнением этих двух комплектов, могу сказать, что этот выигрывает. Мостик классный, по фигуркам скажу вам, набор так себе. Два ноунейма империи. Сейчас вы видите, кстати, кадры сравнения с набором Палач, легендарный суперразрушитель звездный Дарта Вейдера. И я вам скажу, что есть обзор на Палач на моем канале Brickstar, тоже я его снимал. Кстати, могу вам сказать, что мой фаворит в итоге это имперский звездный разрушитель. Хотя Палач по-своему очень хороший набор, который до сих пор не перевыпустили. Я люблю Италию, я это говорил в обзоре на Колизей. И я вам могу сказать, что мне понравилась модель, которая отлично передала это сооружение. Да, пока вы видите сейчас обзор, я вам говорю прежде всего, что ну я согласен с теми людьми, которые пишут, что это ну не 100% там для всех набор Лего. То есть это узкая аудитория, в нем нет никаких мини-фигурок. Те, кто пишут, что под размер не получилось, ну Хогвартс тоже не под размер фигурок, пожалуйста. И мини-фигурки, и микрофигурки там были. Я вам скажу, что этот набор Лего прям 100% повторяет концепцию архитектуры. Довольно, кстати, сложные по сборке, в том плане, что те люди, кто его собирал, в том числе и я, отзываются как неинтересная сборка. Повторяется очень много раз одна его вот эта стенка. Он идет, он соединяется этими шарнирами, и, естественно, за один заход такой набор не осилить. Тем не менее, результат, который вы получаете после сборки, он великолепный. Он великолепный для тех людей, кому нравится Колизей, кому нравится этот амфитеатр, кому нравится Италия, кто хочет получить небольшой кусочек
Древнего Рима себе в комнату. И у кого, естественно, место позволяет, потому что ставить его сложно. Что ж, я захотел посвятить вас в суть того, чем я занимаюсь на канале Brickstar. Я показал вам много наборов Лего, и я надеюсь, вы оцените это. Оставайтесь на этом канале, подписывайтесь на мой другой канал, поддерживайте. До встречи здесь и там. Всем удачи, всем пока.